мир дому вашему. Как вы уже знаете из семьи, что произошло сильное землетрясение в Китае, в провинции Цинхай. Это в том городе, где большинство живет тибетцы. И много, очень много людей погибло. Много людей еще оказалось под завалами, поэтому туда направлены военные силы, полицейские, чтобы помогать и расчищать. Но очень важно, друзья, что среди всего этого оказались и наши родные братья и сестры во Христе Иисусе, китайцы. Я бывал уже дважды в Китае, проводил семинары для миссионеров, пастырей, лидеров. Я знаю обстановку. Мое сердце там вместе с ними. Я скорблю, я сожалею о случившемся. Но вы знаете, мы как христиане, как братья и сестры должны просто молиться. Молиться за тех, кто лишился своих близких, родственников. И еще очень важно, друзья, чтобы мы сделали материальное служение. Поэтому эти средства мы должны собрать и отправить в Китай. Если будем живы, здоровы, то 28 мая по 4 июня этого года мне придется быть там. Поэтому, друзья, если Бог касается вас в ваше сердце, вы желаете благословить, сделать сбор материального служения, пожалуйста, соберите эти средства и вышлите на адрес, который указан на вашем табло. Эти все средства пойдут по назначению. Мы хотим, чтобы восстановили новые дома, чтобы собрать средства, чтобы помочь нашим братьям и сестрам. Поэтому спасибо за внимание. Пусть Господь вас обильно всех благословит.